Надо действовать аккуратно. Что?
Эй, ты! Это знак Меджая? Подойди. Нэп, я... Боги услышали! Ты настоящий герой! Помолчи. Тише. Свобода! Ты пришел в себя? Ну что, может, разграбим пару гробниц? Я помог очередному преступнику. А, совсем забыл. Ты же Меджай. Нет, я не преступник. Но зачем упускать шанс? Ну, конечно. Что нашел на сей раз? Бандитам это явно приглянулось. Кольцо невероятно ценное. Разумеется, оно им приглянулось. Вот они и решили любой ценой его заполучить. А я? Зачем пропадать добру? Продав его, я начну новую жизнь. Да. Идем, проводишь меня домой. Ведь защищать других — это твой долг. Ты сам видишь, как здесь опасно. Ну ладно. Да, мой личный Меджай. Вот это да. Я думал, что вас всех давно погребли пески времени. Не всех. Ты нам очень нужен. Такой сильный воин в любом деле пригодится. Расхлебывать кашу, которую ты каждый раз завариваешь? Да, нам здесь не просто выжить. Бандиты дышат в затылок. Тогда продай кольцо и забудь о нем. Знаю. Но в Гизе столько чудес и тайн. Надо только уметь смотреть. А сокровище? О, сокровище! Ага! Вот и мой дворец! Впереди! Да уж, дворец. Нептик!
Брат мой! Почему ты не искал меня? Меня так долго держали в плену. Так, где кольцо? Тихо, спокойно. Оно у Рашиди. А это кто? Это мой брат. Он поможет найти кольцо. Ты серьезно? Ну да, да. А что? Время есть. Ха! Удача всегда на твоей стороне. Правда, оба? Тогда где мое кольцо? Наше кольцо. Да, да. Кольцо стоит 1 000 000 драхм. За него и сама Клеопатра готова отдаться. Надо найти остальных братьев. Кольцо у них. Тут повсюду бандиты. Займусь делом. Рашиди шел на юг. Должно быть, набрел на лагерь бандитов у Сфинкса. Вот глупец. Рашиди в беде. Надо спасти его из лагеря бандитов. Но! О! О! Сады, пепси! Пенки!
خیلی پسشن گره. Великий сфинкс. Он меньше, чем я ожидал. Чтобы найти гиену, мне нужен Мирет, человек Аполлодора. Он торгует где-то на этом рынке. Тайный ход. Давно ли он здесь? А, тупик. Очень странно. Где-то должен быть проход.
О, Омон! Что это? בדדוק, אני חיית. Szepet! Már szucsa! Thank you.
Меня не должны здесь заметить. Никого. Но надо следить. Так. Странно. Да уж, видок у тебя не очень. Что это? Эй, что? Что это за игры?
Чем же я это заслужил? Есть тут кто? Эй, помогите мне! Они скоро вернутся! Что-то это кольцо нужно слишком многим. Ты знаешь о кольце? Оба инепти сказали, что ты в беде. Думаю, вам всем стоит отказаться от такой жизни. С кольцом? Отказались бы. Стой. Так у тебя его нет? Туро врезал мне по лицу и утащил кольцо к гробницам Химиуна на продажу. Какой еще Туро? Мой брат. А, ну да. Ладно, пойду разыщу его. Вернись к братьям. Так безопасней. Ха! Вряд ли! Интересно, что расскажет мне Туро.
костру. Oh.
Проклятье!
Но! Что? Я убью тебя!